прямой эфир на Facebook. В сети Facebook. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Слава нашему Спасителю Господу. Братья и сестры, всех приветствую, благословляю именем Господним. Сегодня у нас 9 марта, пятница, и идут приготовления, полным ходом уже приготовления к шаббату. И не только к шаббату. Вообще, сегодня я хочу продолжить предпасхальный, назвал это семинар. Предпасхальный семинар. Вот, уже пятый вечер, получается, подряд провожу вот такие как бы беседы, свидетельствую из Слова Божьего, говорю из истории христианства, из истории Израиля, из своей личной жизни рассказываю. Вот, слава Богу. И сегодняшний вечер, он будет не совсем обычный, потому что прежние вечера, прежние 4 вечера я проводил семинар именно. Именно семинарно. Понедельник, вторник, среда, четверг. Но сегодня, пятницу вечером, хочу провести такой необычный. Необычное продолжение. Будет именно такое шабатнее такое, предпасхальный семинар, но в таком шабатнем таком уже ключе. Так что, да, и примеры тоже из истории христианства, из истории Израиля, если приводить, то я хочу приводить как раз, привязанно как раз к шабату, к Дню Господнему. Так что подключайтесь, сегодня в 18:00 по киевскому времени буду проводить прямой эфир на своем канале Ютуба. То есть на Ютубе будет семинар сам. Вот. Но я сейчас после завершения вот этого видео сделаю ссылочку, наверное, как раз сюда же на страницу, чтобы можно было видеть ее. Вот так вот. Так что до встречи в 18:00 на Ютубе, на моем канале. Если что, канал мой легко можно найти. Архиепископ Сергей Журавлев. Там вводите и попадаете как раз на мой канал. Да, слава Богу. Да, сегодня будем поднимать кидуш. Я уже купил халу сегодня. Сок виноградный купил. То есть все готово уже к шабату. Все, с Богом. Благословляю всех вас во имя Господне, дорогие друзья. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Богу! Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам! Да, кстати, по скриптум скажу еще, что завтра я буду в мессианских общинах здесь, в Киеве. Значит, и нам возле метро Харьковская, на Божена 30, буду там проповедовать даже в одном из мессианских собраний здесь, в Киеве, проходящих. Там раввин, пастор Сергей, значит. И потом в воскресенье утром жду всех у нас на служение, если кто в Киеве, киевляне, алло, киевляне. Или гости столицы, также добро пожаловать к нам на служение в 9:00, как обычно, с 9 до 12 часов у нас время арендное. Вот, это улица Леонида Первомайского, 6. Вот, так что даже если вы не сможете прямо к 9, то хоть к 10, даже хоть к 11, вы все равно не потеряете свое благословение. Слава Богу. Пусть Бог благословит всех вас во имя Господне. Да, и вначале у нас обычно часы идут, то есть чтение Слова Божьего вначале, и затем уже само служение, литургия и служение. Пусть Бог благословит вас всех. Шалом, мир всем. Ну, да, кстати, а кого уже не увижу, с кем не увидимся до шаббата и в шаббат, то шаббат шалом заранее уже всем. Все, с Богом. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя.